Приветствую всех подписчиков и зрителей канала. Компания Converse основана в 1908 году, основателем которой является Маркус Миллс Converse. Converse является дочерним предприятием Nike. Важной страницей в истории компании считают 1917 год. Этот год был началом выпуска Converse специальной обуви для баскетболистов Converse All-Star. Вскоре известный баскетболист Чак Тейлор начинает играть исключительно в конверсах. И в 1918 году получает от Converse поддержку и свою первую пару рекламных кед All-Star. Сегодня рассмотрим кеды DK Comics Converse All-Star, Batman и Joker. Кеды у нас, значит, коллаборация Converse и одного из крупнейших, наиболее популярных издательств комиксов DK Comics. В качестве принтов дизайнеры использовали фрагменты комиксов, посвященные Бэтмену и Джокеру. Верх у нас выполнен из текстиля, на котором с одной стороны нанесено изображение Бэтмена, а с другой стороны изображение Джокера. Также по всей площади верха нанесена фраза Джокера «Ха-ха-ха». Шнурки также не обошлись без фразы Джокера. На них такой же принт абсолютно. Классика Converse. Один из самых узнаваемых силуэтов в мире. Круглая нашивка, лаконичная форма, сочетание ткани и резины. Ничего лишнего. Носить рекомендую лето-осень. Ценовая категория 8000. Существует очень много вариантов принтов, посвященные Бэтмену и Джокеру по комиксам от DK Comics и Чак Тейлор All-Star. Задуманная изначально как спортивная обувь, классика стала частью гардероба подростков, музыкантов, рокеров и рэперов, артистов и художников, мечтателей и мыслителей. Чак Тейлор All-Star продолжает завоевывать сердца новых поклонников и поддерживает поклонников, помогая им в самовыражении и поиске своего индивидуального стиля. Отличная серия спортивных кед, баскетбольная модель DK Comics Converse All-Star Batman Joker. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели мой канал. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.